комплект Home Set Karaoke состоит из DVD-караоке-плеера, микрофонов, беспроводных радиомикрофонов и сборника песен с каталогом 2000 песен. Вот такой вот плеер. Коммутация, HDMI кабель, подключение акустики, пульт, инструкция, микрофоны SkyDisc VL204, упакованы отдельно в коробку, также имеют инструкцию на русском языке. Это микрофонная база, комплект проверочных батареек, коммутация, антироллы, два микрофона, ветрозащита. Ну, вот так вот выглядят микрофоны, уже распакованные. Сейчас мы все подключим. Проверим подключение нашей караоке-системы к телевизору. Итак, это первый этап на подсказке. HDMI кабель в телевизор. Вот у нас HDMI кабель. Он идет в телевизор. Дальше подключаем два РЦА, то есть тюльпаны, к нашей акустической системе. Пункт номер два. Пункт номер два к акустической системе. Вот наши колонки. Вот наши тюльпанчики от плеера идут в акустическую систему. И последний пункт – это подключение микрофонной базы. Подключение микрофонной базы к самому плееру. Так, вот этот провод, который идет в комплекте с микрофонами, у нас подключен к микрофонной базе беспроводных микрофонов SkyDisc MicVL204. Проверим, как все это работает. Для настройки звука в любой караоке-системе нужно выставить звук микрофона относительно звука фонограммы. Для этого на плеере используем кнопки убавления и прибавления громкости фонограммы. И также проверяем громкость самого микрофона. Зайдем в настройки плеера с помощью кнопки Setup. О, здесь стоит максимальное эхо, почти максимальное. Убавим его. А громкость микрофона у нас максимальная. Отлично. Кнопкой Setup выходим из настроек. Так, чего еще не хватает? Давайте включим бальную оценку исполнения. Это кнопка Score. Ну а теперь возьмем микрофоны и проверим, как это все будет действовать. Для того, чтобы звук был чистым и не задваивался, на пульте телевизора включите выключение звука. И включите звук через вашу акустическую систему. Раз, два, три. Раз, два, три.